Доброго дня. Сегодня вот на обзоре вот такие шахматы у меня. Видите, ну материал такой. То ли бакелит, то ли какой-то. Ну, кто, наверное, знает, лучше разбирать. Бакелит, конечно, вот часы. А так вот такие симпатичные шахматы. Снизу они вот такая у них, видите, типа бархат. Белые, естественно, черный. Полный комплект. Вот можете рассмотреть вот такие у них лица. Их вот такие лошадки. Красивые. Вот такая вот королева с королем. Это они черные. Здесь тоже самое, естественно. Часы ГОСТ 54 года. Если что интересует, тоже продаются. С шахматами они смотрятся намного лучше. Цена таких, которые полные, рабочие, все как положено, состояние по 6 тысяч в интернете. Таких часов. У меня они значительно дешевле, но там у них пару есть, там не хватает штучек сзади, но это скидка на это большая. Можно где-то, конечно, найти, но мне сейчас времени нет. Так, вернемся к шахматам. Ну вот смотрите, вот такие вот детали у них прописаны. Все здесь. Вон пешки там. Офицеры. Вот такая королева. С королем. Лошадки тоже. Прикольные. Так что следите за обновлениями, смотрите другие объявления. Если что, вопросы задавайте, ответим, что знаем, можем. Я, честно говоря, не знаю, чего они производства. Но тоже с лицами все шахматы. Навершие, это, наверное, латунные вот эти вот. Почистить, наверное, блестеть будут. Вот они. Поэтому, кто знает, можно написать год. Ну, это явно, конечно, российский, наверное, ну, период советского периода. Как называется шахматы, не знаю. Вот я такие купил. Теперь, как бы, если нормальная цена, может, продам. Ну, а так, они у себя вот на полочке стоят здесь в тему. Поэтому, как бы, украшает у меня небольшой дизайн. Так что смотрите за обновлением, смотрите еще фотки. Ну а при покупке нескольких предметов я стараюсь скидку сделать, если, конечно, возможно, потому что бывает уже скидываешь, уже скидка на скидку уже тяжело делать. До новых встреч!